Всем привет! Сегодня 5 октября, утро. Мы с товарищем приехали проверить перемет. Всю ночь он стоял. Сегодня давление понижается. Вот облака натянуло. Дождик накрапывает. Мы вот накачали лодку. И сейчас будем проверять. Плывем проверять перемет. Вот такая рябь на воде. Вот начнем с того конца и будем потихоньку против течения подниматься по леске. Вот леска привязана к этому сучку. Вот. Сейчас посмотрим, попался ли кто-нибудь. Да, ветер хорошо поддувает. А леска прям повернулась, смотри. Прямо она к кустам прибилась. Потому что мы стояли, леска вот так проходила. Да, давай сейчас потихоньку разворачивайся вправо и пойдем по леске. Вот первый поводок, ёршик на месте и даже не покусан. Давай подгребывай левым веслом. Бычок. Смотрим. Тоже не покусан, ничего. Все так же. Так, еще один бычок, смотрим. Тоже не покусан даже. Еще один бычок. А вот это он уже хорошо покусан, смотри. Вот что с ним стало. Полностью обжеван. Вот что с ним стало. Ладно, пускай стоит. Так, дальше. Крючок пустой. Видишь, одного бычка обживали полностью. Ну да, ты говорил. Вот он. А это обжеванный который? Сейчас насадим. Вон там следующий крючок обжеванный. Да, здесь пескарь был, он слетел, и бычок слетел. Все, дохлеца закинули. Все обратно? Да, смотри, весло убери. Левое.
Не, лучше вперед. Не, вот так сделаем. Да, ну все. Все, работайте, давайте, живцы. Получается, у нас один крючок сейчас будет без... Один же, да, только остался? Да. Без наживки. Да, да. Ну, второй он сам зацепился, который... Без рубашки вообще. Ну, там и крючок выгнутый после того, как он зацепился за корягу. Да, лучше он пускай там запутанный будет внутри трубы, а то он еще за корягу зацепится еще раз. Да. Все, плывем обратно. Ни с чем. Расстроенные. Настроение в трубу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас, наверное, попытаемся живчиков наловить. Да, Фархад? Вот. И поедем домой. В общем, проверили перемет. Один бычок полностью покусан, погрызан. Там пару живцов отсутствует на крючках. В общем, с Фархатом сейчас наловили живцов, пискари клюнули, один окунь. В общем, поменяли всех живцов. У нас там сейчас стоят свежие пискари, свежий окунь. Там, ну и ёршик с того дня остался, он вообще не тронут. Все, у нас тут дождь начинается, мы в скором темпе собираемся домой. Вот как обстановка обстоит. Дождик, ветер, холодно, как раз такая щучья погода. Ладно, завтра, дай бог, придем, проверим. Надеюсь, будет трофей.